Чем ты думаешь? Да, да. Поняла, да? Мы кто в лес, красивое, то по дрова. Да. Красивое движение было, только оно опоздало. Ой-ой-ой. Это вообще контакты. Есть ли контакт? Это только не своей скорости, а на своей скорости. Ты не опаздываешь. Такая ловушка конкретная для быстрых собак. Ну, мимики тоже с большими радиусами. Они бегут медленнее все-таки. И Стэнли, например, с большим радиусом. Да, но он еще не пробежал этот барьер, но он... Да, куда он? Не пойдет такого этого. Ну, не будет. Вот так хорошо. Вот.